Фу. Герл чек. У меня кот вечно делает какую-то хрень. Ай, моя нога. Сука. Всем привет. Сегодня я покажу вам, как я буду перевоплощаться в e-girl. Girl check. И заодно расскажу вам, как вам сделать это перевоплощение, чем этот модный нынче стиль отличается от каких-либо других, что является основным в этом стиле, и как вообще стать клевой e-girl чикой. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Я уверена, что вы все неоднократно видели вот таких вот девчуль на просторах интернета. Пам-пам-пам-пам-пам. И чтобы стать одной из них, необходимо, естественно, соответствовать некоторым тенденциям, которые в этом стиле приняты. И самое первое, и, в общем-то, самое главное, это, конечно же, аксессуары. Я в дальнейшем расскажу вам также, как сделать макияж и покажу образы, в которые я буду перевоплощаться, покажу вам, как из своей обычной одежды скомбинировать что-то очень похоже на girl. Вот, но пока давайте начнем с аксессуаров, потому что их необходимость очень сложно переоценить. В основной своей массе girl очень сильно любит очень много цепочек и всевозможных украшений. Так как та субкультура, которая существует, можно создать только в рамках социальных сетей, в частности в ТикТоке, эти девчули предпочитают напяливать на себя очень много всего яркого, броского. В основе идут кресты, сердечки, что-то в стиле кавай, готика одновременно. Очень интересное сочетание получается. А еще кот! Я снимаю видео, почему тебе приспичило играть с пылесосом именно сейчас? В идеале, конечно, из аксессуаров, чтобы была цепочка с замком. Ну или если вы возьмете ваш замок от вашего багажа, с которым вы летаете за границу, тоже подойдет. Но я ограничилась цепочкой, на которой написано джин. И girl check! Следующий важный элемент после аксессуаров, в котором я еще раз повторюсь, мы вернемся после того, как будет закончен мой макияж, это, как вы уже догадались, макияж. И макияж здесь очень сложно перепутать с каким-либо другим, потому что огромные массивные стрелки, ядреные розовые, сиреневые, красные глаза, губы достаточно темные или наоборот максимально нейтральные и, конечно же, румяна. И всевозможные графические элементы типа сердечек на ваших щеках. Сейчас я покажу один из примеров макияжа e-girl, который будет очень круто смотреться на ваших фото, видео и тиктоках, поэтому запоминайте, что я сейчас покажу, будет очень-очень просто и одновременно круто. Просто ляцкий прыщ выскочил, но это просто потому, что, знаете, я типа сломала ногу, но не то, чтобы сломала ногу, я ее растянула, вот вам алиоп, просто мой бандаж замечательный на ноге. Вы еще видели таких блогеров, которые просто сычат ногу в камеру, не руку, а ногу, вот еще раз посмотрите, вот так что выглядит моя несчастная нога в бандаже, короче, не знаю, почему я это сказала, вообще забыла, о чем говорила. А, вот, из-за того, что я повредила свою конечность, мне стало лень в какой-то момент умываться, ну потому что типа грусть, лен, печаль, боль, отчаяние, сатанизм. Что? В общем, перестала я умываться в какой-то момент и запустила немножко свою кожу. Поэтому здравствуйте, хер прыщер на месте, но мы сейчас от него избавимся. Прямо сейчас я займусь тем, что я кожу наконец-то своими любимыми нормальными средствами подготовлю к нанесению макияжа, предварительно ее помыв. И после этого мы с вами стартанем. Возьму для начала увлажняющий крем. Не надо, даже если вы ломаете себе конечности, забивать на свой фейс, потому что потом все равно придется над ним работать. Лицо чек! И, конечно же, средство под глаза. Я несколько дней вообще ничего с кожей не делала и чувствую себя, как будто я погружаюсь в отчаяние. Уход за глазками чек! Пока впитывается, я вам еще покажу, что я заказала, потому что вот мне просто посылка пришла как раз перед съемкой видео. Здесь у меня всего еще два средства. Во-первых, это мицеллярная вода. Очень крутая мицеллярная вода, мне безумно нравится, потому что она супер мягкая и очень эффективно снимает макияж. И вот такое вот средство, я думаю, вы все увидели, потому что это термальная вода Uriage, и она безумно крутая. Она успокаивает, очищает, защищает и увлажняет. И ближе к лету это будет просто мега must-have вещь, потому что она буквально вас спасет. Я специально купила такую огромную бандуру, чтобы мне хватило еще до лета ее, потому что она, наверное, очень бесконечная будет. Хорошо, что это все упало мне не на ногу. Спасибо. Кожа. Кожа должна выглядеть максимально идеально. И в этом есть своя логика. Логика здесь очень простая. Дело в том, что ты и girl, ты типа виртуальная девчуля, которая снимает видосы в TikTok, Instagram. И ты, конечно же, должна выглядеть идеально. Фильтры это, конечно же, наше все. И здесь очень тяжело поспорить. Но тем не менее, чем лучше ты будешь выглядеть изначально, тем проще тебе будет в дальнейшем себя корректировать. Ну и, конечно же, видеофильтры это вам не какие-нибудь фейстюны и прочие вариации фотошопов на телефончике. Поэтому отфотошопить себя на видосе пока что не представляется возможным. Поэтому чем лучше твоя кожа будет выглядеть, тем круче. Дальше, конечно же, чтобы сделать лицо уж полностью идеальным, перекрыть все недостатки, например, этот хер прыщ. Прыщ-чек! То обязательно нужно использовать консилер. Кстати говоря, я купила эти консилеры от ColourPop, и это вообще один из самых лучших моих консилеров на правах не рекламы, потому что в России все равно не продается. Это была одна из лучших моих вообще покупок. Жаль, что этот бренд не представлен в России. Очень жаль. Фу! 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 Не смей
почему каждый раз, когда я сажусь снимать видео, у меня кот вечно делает какую-то хрень? Кот, что с тобой не так? Ты кот или козел? Ты вообще кто? Поясни за кота. Все, с кожей полностью закончила на данном этапе. Сейчас очень важно сделать себе брови. И в самом начале их нужно расчесать. Когда мы приступаем к бровям, необходимо брови сделать, во-первых, очень графичными, очень как будто бы нарисованными. Поэтому делаю следующее. Я беру помадку для бровей и рисую себе максимально длинные брови. Конечно же, такие две серые волосатые сардельки ни в коем случае нельзя оставлять на своем лице. Поэтому сейчас нужно почистить все лишнее консилером. И я буду использовать такой вот карандашик консилер. И все сейчас буду им закрывать. Конечно же, сверху то же самое. Я думаю, вы заметили разницу, как стало сразу красиво и аккуратно смотреться после того, как мы использовали карандаш. И теперь нужно взять брови и зафиксировать. А сейчас тени. Я выбрала сегодня сиреневую палетку теней. Я буду делать именно сиреневые тени, хотя также очень клево выглядят красные и ярко-розовые. Это тоже очень частая техника. Сиреневые тени, чек! И в самом начале я беру вот этот вот оттенок и прям хорошо так наношу его на все мое верхнее веко. Нормально. Нет, на самом деле может быть лучше. Поэтому сейчас я буду использовать для растушевки вот этот вот цвет. Теперь самое важное, только это стрелки. И стрелки должны быть просто огромными, жирными и такими, чтобы если вас увидели с этими стрелками в школе, например, вам сказали, что за хрень с тобой. Осталось поправить. Следующим элементом надо подчеркнуть нижнее веко. Поэтому я беру те же самые тени, только в темном оттенке. И начинаю прорисовывать от стрелки вот такую вот фигню вниз. Все ровно то же самое делаю на второй стороне. Раз, два, три. Тушь. Здесь, конечно же, к таким ресницам должны быть огромные ресницы. Поэтому я буду использовать накладные ресницы и также тушь. Прекрасные глаза получились, осталось запудрить лицо. Хайлайтер. Его по стандартной программе наносим обильно на скулы, на кончик носа, чтобы он казался еще более странным и как будто нарисованным, как будто бы его сарту просто взяли. И немного над верхней губой, самую малость. Макияж практически готов, и мне уже просто капец как не терпится перейти скорее к образу, подобрать себе одежду и, конечно же, парик. Вот, но перед этим нужно сделать себе губы. И что мы делаем с губами? Губы должны быть, самое главное, большими. Вы знаете, как те самые инстаграм-маски, которые делают вашу губу какую-то вот такую вот странную. Или как в моей проверке лайфхаков, где я делала какую-то лютую дичатину со своей губой. Вот это примерно то, что нам сегодня нужно. Альтернативой служит темная помада. Но я думаю, что если я сделаю еще темную помаду, то на фоне вот этих вот супер темных глаз будет как-то не очень. Поэтому давайте я сделаю сейчас просто супер большие губы нейтрального цвета. И, конечно же, это еще не конец. Подождите, если вы думали, что это конец макияжа, это не конец. Без сердечек просто никак. И герл, это вам не бессердечные какие-то существа, у них есть любовь. Вот такой вот макияж получился. И теперь предстоит самое интересное, подобрать ко всему этому правильную прическу, то есть правильный парик и правильный образ. Поэтому пойдемте-ка вместе все это добро и подберем. Сейчас принесу парик. Я думаю, что я начну с черного парика, потому что я обратила внимание на то, что у e-girl, как правило, присутствуют только два цвета в волосах. Ну, самые распространенные. Это розовые и это темные. Образ номер один. Для того, чтобы повторить такой образ, нужно будет взять себе юбку. Самое для простое для понимания, вот такая вот плиссированная юбка а-ля Sailor Moon, то, что нужно. Цепь. Это просто мега must have. Что бы ты ни надевала, тебе обязательно понадобится цепь. И, конечно же, какой-то верх, какой-то оверсайз худак или что-то в таком роде. Очень хорошо, если будет шашка вот эта вот машина. Как это правильно называется? Шахматный узор. Вот. Ну и желательно, чтобы у тебя были высокие чулочки, которые я, Андрей, сейчас не в состоянии, потому что у меня как бы вот. А теперь образ номер два. Следующий образ очень классический, потому что я думаю, что вы видели все вот такого вот плана одежду на фотографиях e-girl.
Здесь у меня просто специально изначально сшитый воедино вот такой вот, хотел сказать, худафная эта кофта, которая скрещена с футболкой. Но, в принципе, ничего трудного, повторять это в домашних условиях нет. Достаточно просто купить полосатую кофту и надеть поверх нее любую белую или черную майку. И получается такой образ. Цепь по-прежнему присутствует, потому что цепь — это то, что нам очень сильно нужно. И у меня сама по себе вот такая вот достаточно сложная сочиненная юбка. Я ее, кстати, покупала в Японии. А теперь образ с брюками. Мой образ с джинсами. Чтобы повторить этот образ, если он вам больше всего понравится, достаточно будет взять любой свой черный топ, если у вас такой есть. Если нет, можно купить в любом самом дешевом магазине. Просто обрезать его и сделать здесь некоторые разрезы, которые заколоть булавками. Это очень легко сделать, получается супер круто. И более того, получается крафтово. Кстати говоря, мой прошлый образ из моего прошлого видео, где я делала крафтовую вот эту вот супер-мега вещь, которая идиекуй, кстати, дорогие мои друзья, хэштег идиекуй, не забываем, ставим. Тоже очень неплохая идея для того, чтобы быть настоящей girl. Вот, и такой вот образ достаточно смелый у нас получается. Кстати говоря, когда я покажу вам все образы, обязательно напишите, какой вам больше всего понравится. В общем, этот образ сейчас с черным париком, но я очень хочу поменять его на розовый, поэтому я даже не знаю, как будет лучше, надеюсь, это будет все не зря. Собственно, все то же самое, только с розовым париком. И смотрится уже совершенно по-другому, да? Уже как-то более анимешно и более кавайно. И это на самом деле неплохо и нехорошо, потому что и герл сам по себе, он изначально и относится к аниме и к косплею. Не то чтобы косплей и аниме равно и герл, нет, просто это то, что в себя вмещает наряду с другими субкультурами. Как вам больше этот образ в итоге все-таки нравится? С розовым париком или с черным было лучше? И последний лук, который очень-очень легко повторить. Да, кстати, если вы все это будете повторять, обязательно отмечайте меня в сторис в инстаграме, буду делать репосты к себе. Будет очень интересно. Это, во-первых, юбка, на которой есть вот такой вот ремень, полностью в эту дырку, я не знаю, как она называется, но кого волнует, как называется дырка, я вас умоляю. Потом, которые прикреплены вот такие вот подобие цепи. И, конечно же, самая обычная черная футболка, ну, как обычно, с концерта BTS, между прочим. Как бы, видите, да? Между прочим, финальный концерт, и у меня есть влог с него, так что если вы любите BTS, но не смотрели это видео, лучше бы вам его посмотреть. И, соответственно, вот такая вот сетчатая кофточка, на которую я просто надела эту объемную футболку. И вот получившийся образ. Что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы теперь знаете, как стать модной, пафосной e-girl. А я пойду, как самая настоящая e-girl, выкладывать новую фоточку в инстаграм и снимать видео для ТикТока. Типа симулирую запись типичного русского видео ТикТока. Ой, моя нога! Сука! Зачем это снимать было? Ай-яй-яй! Блин, чё за хрень? Блогер с паштетом! Ладно, можно влажную? Дима! Что за ужас? Красота просто, господи!